где доброта души соединяется с мужеством. Награды от имени Московской областной думы вручили щелковским волонтерам, которые выполняют гуманитарную миссию, помогают гражданскому населению на освобожденных территориях. Понимая, что идут на риск, они везут не только вещи необходимые, но и то, что порадует жителей, даст почувствовать поддержку и заботу. Курируя два детских дома, накануне волонтеры собрали и доставили в учреждение большой объем гуманитарной помощи, продуктовые наборы и необходимую технику, а также сладкие подарки детям в преддверии Нового года. Большую благодарность. Почему? Потому что это состояние души, в первую очередь. Вторую очередь, все-таки риск. Как бы то ни было, это риск, с которым тоже приходится считаться, но это уже ваше мужество. Благодарность за добровольческую деятельность вручили руководителю волонтерской группы «Поможем вместе» Наталье Жителевой, директору общества с ограниченной ответственностью «Вектор плюс текстиль» Ираиде Анисимовой, а также индивидуальным предпринимателям Сергею Еремину и Дилшиду Заваитову.